15 ноября текущего года в ночное время в одноквартирном жилом доме в Спировском районе Тверской области, являющемся собственностью Пеньковского сельского поселения Спировского района Тверской области, произошел пожар, в результате тушения которого погибли проживавшие там женщины и ее 5 несовершеннолетних детей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 и частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности и халатности. В ходе осмотра места происшествия предварительно установлено, что очаг пожара находился в хозяйственной постройке, вплотную примыкавшей к задней части указанного дома. В связи с нахождением в указанной постройке домашнего скота, ее помещение освещалось электрическими инфракрасными тепловыми лампами, некорректное обращение с которыми привело к их перегреву, последующему воспламенению сена и возгоранию жилых помещений дома. Однако, однозначно говорить о точной причине возгорания пока рано, так как она будет установлена по результатам назначенной пожаротехнической экспертизы. В ходе предварительного расследования уголовного дела действием должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также действием родителей по исполнению своих обязанностей будет дана юридическая оценка. Для оказания практической помощи, как в осмотре места пожара и производства других неотложных следственных действий, в Тверскую область прибыла группа опытных следователей, криминалистов во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначены медицинские, молекулярно-генетические и пожаротехнические экспертизы. Расследование данного уголовного дела продолжается.